Ну и наши, правильно, пацаны, каждый день там пашут, пашут, косят, косят, литовки бросят, приходят, ну, в деревню, в магазин-то, в смысле. Там нету ничего же. Все, городские выпили. Конечно. Нашим обидно целыми неделями на сухую косить. Поэтому они, как суббота собирается, и все раз туда в березник-то. Я-то сразу в баню, они сразу в березник. Ну, городских встречают. Они на лодках-то приплывают в магазин, а наши их... Ну, знаешь, в смысле, они их в, это, в магазин-то пропускают. На обратно фиг. Как на таможне, делят все пополам. И отпускают потом. Ну, я смотрю, они так классно без меня дерутся, думаю, что я буду связываться. Мне тем более некогда, я грузчиком в рабкопе работаю, господи. Ну и они еще там, знаешь, такую пыль подняли, а я же чисто...